Большой праздник детской моды Kids Fashion Party прошел в Ставрополе. Коллекции ведущих дизайнеров и брендов России представили юные модели со всего Северокавказского и Южного федерального округа. Для многих из них это первый показ подобного масштаба. У меня были ощущения, когда я на сцену выходила, очень, ну как сказать, удивленная, столько зрителей сидела. Клево, ты выходишь, и на тебя все смотрят, фотографируют, это вообще супер. Режиссером-постановщиком показа стал знаменитый в индустрии моды Валерий Сороковой. Во время подготовки к мероприятию он провел мастер-класс для юных моделей, в результате которого ребята обучились французскому дефиле и получили специальный диплом лично от Валерия Сорокового. За эти 3 дня так получилось. Я влюбился в этих людей, в этих потрясающих, вообще искристых, лучистых малышей. И не только малышей, в этих замечательных, удивительных организаторов. Поэтому я не могу это оценивать никак, потому что это уже часть меня. В организационном плане мне было очень легко. Я не знаю, наверное, впервые так в жизни, когда я мог вообще все что угодно загадать, и это прям раз, и оно есть. Я не знаю, как эти девочки-волшебницы это делали. Наверное, у вас тут в Ставрополе живут феи. Возможность детям показать себя и свой талант на подиуме подарило арт-агентство Celebrity Kids. Настоящая фабрика маленьких моделей в Ставрополе. Очень долго к нему шли, мы очень тщательно готовились. Было, конечно, сложно, но я считаю, что мы справились с этим. Показ проходит замечательно. Все детки просто супер. Очень масштабное мероприятие. Если честно, есть с чем сравнивать. И даже в Москве не каждый может организовать столь масштабное мероприятие. Этот масштабный праздник – результат нескольких месяцев подготовки и большой работы. От серьезного обучения детей до построения подиума. Дети – это наша жизнь. Как бы, и стараемся помогать детям. Вот сегодняшняя большую часть внесли, помогли им собрать такой прекрасный подиум. Ну и все, что возможно, мы делаем для детей. Для детей радость, для их родителей большая гордость. Первый показ детской моды Kids Fashion Party прошел успешно. И в следующем году праздник обещает быть не менее грандиозным. Тамара Годомская, Никита Чуб, АТВ Ставрополь.